Правоохранительным органам придется расследовать преступление, которое произошло субботним вечером. Группа подвыпивших подростков избила и ограбила 28-летнего муромлянина. Молодой человек проходил мимо дома 17 по улице 3-й лесной проезд, когда попал в поле зрения несовершеннолетних, которые явно провоцировали на конфликт. В больницу его привезли с черепно-мозговой травмой и колотой резной раной грудной клетки. Скорую помощь вызвали соседи, к которым обратился пострадавший. Также малолетние преступники забрали телефон, часы и деньги. Городской следственный отдел просит всех, кто был свидетелем или располагает какой-либо информацией о случившемся, позвонить по телефонам 442-29 или 441-84.